Супруга моя точит ножи. Сейчас будет резать на всех. Поехали. Всем привет, дорогие девочки, пальчики, точит привет. Я сегодня буду готовить овощи, типа рагу из вот этих овощей, которые я тут положила на столе. И это у меня будет диетические овощи, потому что это у меня будет с ложкой всего оливкового масла на такую массу. И я их буду готовить в мешке, в духовке. Для начала я приготовила все ингредиенты, помыла, почистила и хочу порезать кубиком. Я брала два перца, морковь, вот примерно 250 грамм, у меня электронные весы, к сожалению, сломались, 4 луковки вот таких вот взяла, 2 помидорки, ну это для вкуса я взяла, и 2 зубчика чеснока, и кабачок, огромный у меня, огромный был кабачок, я его тоже буду резать кубиком. Это вот здесь один кабачок? Угу, такой огромный был. Я его вычистила, вот взяла мякоть с него и буду готовить. Сейчас я вот перчик уже порезала и буду крошить морковку. Овощи с огорода, поэтому такие сочные. Ну тоже порежу ее кубиком. Вообще у меня кухня не закрывается. Я как в 6 часов начала сегодня, девочки, готовить. Блины испекла мужу, что-то супчик со щавелем сготовила, сварила, потом что-то еще сделала. Короче, вообще кухня работает с утра до вечера. Вроде вдвоем живем, все съедаем. Вы, наверное, тоже так, девочки, трудитесь с утра до вечера. Это еще ребятишек нету. Такие овощи, которые я сейчас приготовлю диетические, для мяса хорошо. Я, скорее всего, сегодня курочку разморожу. Завтра буду готовить курочку в духовке. И что-то у меня кубик плавно пересек. В кружочек. Цилиндрик. Да, она мелкая просто. Я сорвала ее покушать, но тут было. Ладно, буду использовать. А это будешь колечко делать? Нет, это я кубиками. Ты с кубиками. Плавно переходящие в полукруги. Он у нас когда-то был. Была собачка. Кубик и кубик. А, квадратик, шарик и квадратик. Или кубик. Сейчас вспомнила. Прикольные штуки. День за днем летит. Вот уже и август наступил. Месяц. Фу. Вот лук-то. Плакать заставляет, однако. Злой. Зима будет. Длинная, холодная. Тоже кубиком. А то сейчас уже чувствую, понесет меня в свободное плавание. Все-таки, что ни говори, помидорки домашние — это супер. Ты что-то, оператор, сегодня помалкиваешь? Вызывает меня работа
не на себя, как мягко вы сказали. Все соки для сегодня. Что ты камерой водишь туда сюда? Я опять скажу, тяжело. Ну что делаешь? Выключи другой канал. Чесночок такой. И теперь мне осталось покрошить. Это ж сколько я опять наготовлю. Целую бадью. Кубиками опять. Опять кубиками. А кабачок-то что не резать? Ой, я же на досточке-то на новой. Говорили, и время прошло. Я приготовила. А я думала, девочки, что же я сегодня готовила-то на ужин? Может, я же им гречку со свининой готовила. Вкусная была гречка. Ну, еще есть. Ой, может, будет жирный, как всегда. А, еще вон стрепушек напекла. Ой, что делаю, сама забываю. Вот такие вот стрепушечки мне сегодня угостила моя супруга. Хочешь, чтобы я был жирненький? Упитанный в меру. Упитанненький, да. Но у нее ничего не получится. Вот она делает. Сейчас я за нитками сбегаю. Взяла я кастрюлю эту 6-литровую объемом. Смотрите, сколько получилось овощей. Сейчас я их промешаю. Я все время повторяю, какой запах, какой аромат. Да, летний аромат. Какие овощи. Так не хочется, чтобы лето заканчивалось. Ну, тебе тогда нужно ехать в Калифорнию или во Флориду. Так, я вот, кстати, йодированную соль купила. Ну, на худой конец Сочи. Лучше не на худой конец. Вот я подсаливаю. Ну, немного, честно вам скажу. Лучше на толстый конец, да? Все, хватит. Понесло. И тут Остапа понесло. Еще чесночка сушененького добавлю. И перчик черненький. А что понесло? Мы взрослые люди. Все, все, все. Так, что я еще хочу сюда добавить? Всего лишь одну ложку оливкового масла. Да так, примерно на глаз. Все. Это же у меня диетическое блюдо. Девочки, худеть будем. К зиме готовиться. К Новому году. К корпоративам. Все надо выкладывать. А что ты там про Новый год сказала? Что у нас за корпоратив будет? Ты да я, да мы с тобой? Да, корпоратив. Помнишь, у нас без света с тобой случился? Корпоратив? Ну, а потом мы весь вечер проговорили. А что мы говорили? Ну, в Германию. Оля нам позвонила. А-а-а. Помнишь, как мы весело провели Новый год? Нам свет вырубили на улице. Так, ладно, это лирика. Это у нас приготовление пищи. А я что, собственно? Я сначала хотела в кастрюле готовить. Думаю, готовим в кастрюле. Ой, это бегать, ходить, смотреть. Это же мне надо закинуть. И все, подождал. Выключил. И посуду тебе не мыть после этого. О, какой мешок овощей будет. Девочки, представляете? А можно взять блендер потом. Ну, приготовятся овощи. И пропюрировать их. И будет вам вот кабачковая икра овощная. Распределяю по пакету. Сегодня нитками закручиваю. Положила опять эти, как они называются-то, закрывать которыми пластиковые, не знаю где. Хомуты. Ну, такие невидимые какие-то.
Я их всегда теряю. Тебе помочь? Думаешь, помощь третьих лиц мне нужна? Ты какая? Быстрая. Без третьих и четвертых. Ты научилась уже. Опыт. Ну не пропьешь, да? Вот, девочки, нитки не пойдет. Надо проткнуть меня, чтобы не бомбануло. Так вот, хоть я и хочу, чтобы они собственным соком, но я здесь вот проткну. Вот так. И буду ставить в духовку примерно на 180 градусов, минут на 50. Ставлю в духовку и жду 50 минут. Время прошло, запах по всему дому. Обалденный просто. Ой! Какой с пылу с жару. Смотрите. Как вкусно пахнет. Вот все пропеклось, видите? Все отлично просто. И сколько там этих сока с кабачков и с овощей. Вот завтра будем кушать. Сегодня уже не будем. Курочку сделаю. Постараюсь снять на видео. И с овощами на гарнир. Ну что же, девочки, готовьте, если вам понравились такие диетические овощи на гарнир, как я. И жду ваших комментариев, лайков. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нас. Всем до новых видео. Всем пока.